Здравствуйте, всех приветствую. Мы что? Правильно, полноценно начинаем проходить The Wolf Among Us. Я увидел, что вам понравилось, увидел, что вам зашло. Блин, прикольно. Мне тоже зашло и понравилась эта игра. Уже говорил в прошлой серии, кто не смотрел пилотную серию. Блин, там вот в правом или в левом углу. Посмотри, там вот подсказочка такая высказала, блять. Что высказала нахуй? Что ты еблан? Ты сам еблан. Нет, ну, все, хорошо. Короче, выскочил и посмотри первую серию пилотную, почему нет? Просто мы обозревали что-то как, посмотришь тоже, как все это работает. Вот. Хотя бы начало даже посмотреть, что там вообще произошло, что я там читал вообще, вот. И, ну, в принципе, да, было бы неплохо. Но если не хочешь, можешь с этой серии начать, мы только-только начинаем проходить данную игру. Вот. В прошлой серии мы с вами прошли какую-то тему, блядь, какой-то, блядь, мужик лысый, блядь, что-то там, блядь, все сделал какой-то девочке, мы защитили ее, блядь. Ну, как сделал? Он начал на нее боковать, что-то мы пришли, такие, ебать, дядя, иди нахуй отсюда, и все, и вот девочку спасли, она сказала, все, увидимся у тебя дома, нахуй, мы какие куда-то пошли, блядь, в закат. И на этом я остановился, сказал, что посмотрим, как вам зайдет серия, вот. Поэтому сегодня мы продолжим проходить, побольше будем проходить, посмотрим, что вообще тут будет. Потом сразу поудобнее надевать пледик, приятно аппетиту кушать, приятно чаепития, кофе пить или воды питья, прикинь, что придумал, ебаный рот, бля. Саш, поудобнее, еще раз, приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Эпизод первый, Вера. Вера, Вера, или Людмила, Вера, Вера. Чего, блин? Вот, мы вот сюда подошли, что-то, блядь. Роскошные апартаменты Вудс. Ну, посмотрим, что там написано, да, мужик, иди. Роскошные апартаменты, стоит это афишировать. Да, ребята, если спросите, что с тобой, что у тебя такое заплывшее ебало, я скажу, бля, я только недавно встал, нахуй, сразу снимать видео, поднимаясь, ну вот насколько я вот хочу, да? Поэтому не обращайте внимания, да, вот там, не обращайте внимания. Просто-напросто и все. Такое бывает, когда человек только-только встал, проснулся, да? Ну и как только-только, я там, может, час-два назад встал. Вот. И такой, блин, надо поснимать видос, чем раньше, тем лучше. Ты кто, ебаный? Come on out. Выходи. All right. Ладно. Красавец. Hello, Bigby. Привет, Бигби. I wasn't expecting anyone. Не ожидал кого-то встретить. I know this looks a little odd. Но but there's an странно, explanation. Но это не смешно. Почему ты спряталась, когда я проходил мимо? Я не знал, кто шел. В наши дни нельзя быть слишком осторожным. Да, согласен. Чёрт, опаздываю. Куда, ёпта, блядь? На вечеринку, нахуй, шлю? Ой, что? Пожалуйста, Бигби, вообще не говори чудовище, чтобы видел меня. А, ты красавица чудовище. Просто. Sure. Конечно. Ты обещаешь? Я обещаю. Thank you, Bigby. Спасибо, Бигби. I'll explain it all. Позже я все объясню обязательно, но сейчас мне нужно идти. But I have to go. Да ладно, красавица чудовище, вот эта красавица, а где чудовище, ебать? Thank you for trusting me. Спасибо за то, что доверяешь мне, правда? Really, я ценю это, Бигби. I appreciate it. Так, подожди. Книга сказаний, нахуй. Сразу прочитаем с тобой, да? Вот она, блядь. Красавица, заботливая жена. Красавица и ее муж, чудовище, жили в заколдованном замке, но они сбежали с родных земель, оставив все свое богатство. Теперь они живут в скромной студии в Фейблтауне, Нью-Йорк. Настали тяжелые времена, и чудовище приходится работать на нескольких работах. Блядь, а, во, потерял, нахуй, прикинь. Чтобы оплачивать счета. У этой пары самые долгие отношения из всех в Фэблтауне. Нихуя, блядь, чудовище, блядь, работает на работе, ёбаный. Что, блядь, на какой нахуй, ёпты? Ну ладно, не суть.
Давай, смотрим дальше. О. Ты чё, блядь, микрофон ебать? Ты нахуй что за мной заигрываешь, что ли, блядь? Ладно, извини, что зацепил тебя, блядь. Так, ну и... Ну, вообще похуй, да? Я понял. Flycatcher needs to dust this guy. Стоит чё, блядь? Да, возьмём хуй. Вообще похуй, да? Понятно. Ладно. Давненько не получал почту. Ну, давай посмотрим, блядь. Как всегда. Так, ну чё, let's go, ебать, туда, нахуй. Чё он, блядь? Давай, нахуй. Вставай, ёпта. Рота, подъём! Эй, ты спишь? Не, блядь, он не спит, ебать. Наверное, это к лучшему. Он просто так притворяется, шутит над тобой, слушай, бля. Опа, бля, что это, нахуй? 301 красавица и чудовище. Так, в чем за задание, нахуй? Может, мне кто-то скажет, блядь? Подожди, какой там у меня номер? Блядь, как его зовут-то, нахуй, вообще? Нет-то, блядь. Кто ты, блядь? Бигби, нахуй. Ну ебать. Ну ебать. Где там? Да блядь, Лив, стой, ёпты. Муха, гол какой-то, блядь. Что, блядь, скрыто, блядь, половина. Интересно. Ну ебать, может, откроешь, нахуй? Давай, заходим, ёбаным, блядь. Бигби, эй, погоди. Ты не видел мою жену? Ты не видел красавицу? Нет, не видел. Ой, ладно, извини за беспокойство. Черт, что-то происходит. Но я обещал ей, что не скажу. Я соврал чудовище, блядь. Он, блядь, обычный мужик, ебаный. А ну-ка, чё там? Чё? 204, да, наша квартира? Ну, 204, ладно. Бля, ещё, ребят, кстати... Я же ведь простыл, наверное, не простыл же, шо, блядь, поэтому... Всё хорошо. Слава богу, наверное. Хуян дукс. Пока он умывается, ладно. Вот эта ночка. Зачем он мне нужен? Если этого взять холодильник, что-то там, блядь, попизже, да? Ну, ебать, давай льдут похаваем, хули нет, ебать. Так, блядь. Ебать, а можно посмотреть, ёбаный, блядь? Слышь? А, ну ясно, блядь. Хотел посмотреть на бумажку, ну ладно, пол. Bluebeard's file. Досье на синюю бороду. Ну, никогда ему не доверял. Ну, чё там с Казани? Чё?
Ой, бать, ты кто нахуй? Синяя борода, богатый негодяй. Синяя борода сбежал с родных земель со всем своим богатством. Он по-прежнему остается одним из самых богатых сказаний в Нью-Йорке. Правительство Фэблтауна зависит от его великодушных пожертвований, и он часто использует это в своих интересах. Как бывший серийный убийца, он скучает по тем дням, когда отрубал голову своим невестам. Осуждаем, ёбану, ты что, дурачок? Но если он смог оставить свое ужасное дело в родных землях, это не значит, что он не продолжит его здесь. Понятно, блядь. Какой конченый, нахуй. Ясно, блядь. Самый богатый, блядь. Даже не помню, когда я его заказывал. Видимо, это плохой знак. Это очень плохой знак, если ты не помнишь, мужик. Ну шо, давай, ёбану, включай нахуй вентилятор, блядь. Должно помочь. Ну и погнали спать. Hey, Big B. I'm in your chair. Я в твоем кресле, верно? Yeah. Да. Get out. Вставай. Чё свинья ёбан делает? Got a smoke? Даже закурить. Суждаем, ёбду. Бля, ебать, это как странно выглядит. Thanks. Спасибо. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has got to stop. Sneaking off the phone. Нужно проверить, что нельзя постоянно забегать с фермы. The fresh air and sunshine, which they sell you, is bullshit. I didn't escape out of the homeland to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on. That's a little dramatic. That for me? Это мне? Nope. Нет. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Nice. Неплохо. I take it all Беру back. Свои слова назад. This именно поэтому is why everyone hates you. So, то есть everyone меня hates все ненавидят? Nah, I'm just нет, giving я you просто shit. Прикалываюсь. I'm doing my best here. Могу. Clearly that is not очевидно, true. Это правда. Это неправда, через то, как классично ты повел себя что-то там. But, но нет, no, ненависть слишком громко слова. Они ужасно... Тебя боятся, или ты в свое время любил полагиниться и осуждаю. Я не могу изменить прошлое. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. Но это правда. Люди тебя боятся. I mean, в смысле, посмотри на свои руки. Who'd you get in a fight with? Кем ты связался в драку? A fable, со сказанием, верно? I'm sure you're not going веришь, что не стало бы убивать простаков? Веришь или нет, но я просто делал свою работу. Твоя работа — это избавить сказания. Избавить сказания. Иногда мне приходится что-то там... Блядь, пиздуйте, дьяволы! Fuck you. Иди нахуй. Сам иди, ёбай, поросёнок ему, блядь. You think my job is easy? Ну уж мне просто работа. Сам попробую за тем, чтобы сказания не поубивали друг друга. На чем? I don't know. По-твоему, how? Не знаю, на чем. На том, что большой и страшный. By being big, being bad. Не говори так при людях, это же повод. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Кого всем встретил? Не всем. Name one. Нет, хоть одного человека. I don't actually know her name.
Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make just give me a drink, please. Дай мне выпить. Colin, enough already. Коль, хватит, я не спал два дня, у меня наконец выспался, время, и сейчас я хочу одного закрыть глаза и уснуть, прежде чем. Слушай, если я дам тебе выпить, ты дашь мне поспать? Will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Nice. Отлично. You're fucking with me. Ты уже говоришь надо мной? Смешно. I hate you. Я тебя ненавижу. Типа вот это хрю-хрю, да? Вот это, блядь, как не... Нуф-нуф, няф-няф, ниф-ниф, блядь, да? Вот эти свинки ебучие, блядь. Пиздец, блядь. Которых волк сдул в этот, блядь, дом. Чего тебе? Не стучись, никого нету, ебано. Бля, я ж тебе поебал постучу, блядь, слышь, нахуй. Сюда иди, ебано. Чего ты тут, блядь? Сюда иди. А ну. Бигби! Бигби. Сноу. Снежка. Come with me. Пошли со мной. Snow. Снежка. Снежка. Snow. Снежка. Что? Sorry, I'm... Извини, я... What is it? What happened? В чем дело? I just can't get into it the second. We need to hurry to... Hi. Привет. Hello. Привет. Good morning. Доброе утро или вечер. Evening. Yeah. These walls are у этих стен есть уши. We need to be нам careful. Нужно быть начеку, поговорить we'll снаружи. Outside. А ну-ка. Охранник, блядь. Ну открывай это ёбану уже, блядь. No. You knew this girl? Ты знал эту девушку? Is... Она не что такое, верно? She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone in Fabletown. Just a просто девушка. Girl. У нас не так много времени. Didn't have a whole lot of было time. Был давний. Ебать. Woodsman. Дровосек. Он наполнил и заступился. Тогда он пытался убить нас обоих. No. Нет, ты же не думаешь, что он... He... Я пока еще ничего не думаю. Погоди, секунду. Give me a second. It's just... So, итак, ты еще кого-нибудь видела? No. Нет, no никого. No cabs, ни машины, ни голосов, никого такого. Maybe, может but... быть, но нет, не думаю, no. Я бы запомнила. I don't think so. I would remember. Okay. Да ладно. Бигби, неужели один из нас сделал это? Фейблтаун не был убийцей довольно долгое время. All the more reason все больше причин, чтобы не паниковать, пока мы не разберемся с происходящим. Have a look around. У нас нет так много времени, там как люди должны ходить здесь.
bodies. Что за? It's. Это ее ленточка. There's some kind of symbol here. Я не знаю. I don't recognize it. Neither do I. Я тоже. She was placed here with some care. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Ты видишь, ее не просто кто-то выбросил, она была положена намеренно, чтобы мы нашли. Что за монстр мог сделать это? Странно, Борис. Чем ее так? Чем она сделала такое? Чем-то очень острым или чем-то зачарованным. Опа, ебать. I'm sorry. Я просто не могу поверить. Происходящее. Что будешь делать дальше? What do you want to do next? We still have some time. У нас еще есть немного времени. Keep investigating the area. Okay. Good idea. Блять, и съебал. Не, ладно, погнали. Вот какая-то хуйня он увидел. Что это, блять? Кровь. Пятна крови. Думаю, она здесь. Час. Возможно. Ткань, похоже, джинсы, он не о многом говорит. Сейчас мне нужен мусор. Blood. Кровь still еще bad. Свежая. Да, не острая. Нам нужно туда, ёбана ты нахуй. Yep, more blood. Someone might have Может, кто-то сбил заграду, как и хотел, а потом стал след, который я обнаружил ранее. Здесь больше ничего нет? Подожди. Погнали в ту сторону, посмотрим. Может, здесь что-нибудь есть? А, ну, бля, ясно, нахуй. Нет нихуя здесь. Жалко. Жалко, что здесь ничего нету. Да ёбана, дай пройти, нахуй. Блядь, ну, хуй его знает, короче. Мы нашли не так много... Там никого. Пиздишь, ёбана. Кого там, никого, блядь. Ну, вроде как мы что-то осмотрели, да? What are you что doing? Ты делаешь? Better to be thorough. Тщательно. Sure. Не помешает. Just конечно, просто торопись, у нас мало. We don't have much time. We should мы должны унести ее. Move her. Пока кто-нибудь нас не заметит. Before anyone shows up. We'll find out more at the business office. Узнаем больше в администрации. Они должны быть написаны в книгах, я уверена. Big B, do you have any idea what's going on? Тебе есть представление о том, что происходит здесь? How did this happen? Why her? This is a message. Это послание. A message? Послание? Даже не знаю, Биг Би, я все время получаю жалобы на администрацию. Just what about this makes you think that? Whoever did this isn't exactly hiding it. Тот, кто это сделал, точно не скрывал это. Точно. Это умышленно. Она была оставлена здесь специально, чтобы мы нашли все мы. Well,
Ну да, пожалуй, ты прав. Убийца хотел, чтобы мы узнали о том, что он сделал. The killer wanted us to know what they had done. I'm gonna have to talk to Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. We should wait until we have more to tell. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I don't know. I'll think about it. Я подумаю над этим. I just don't want him interfering. Я просто не хочу, чтобы он вмешивался. Crane's not what's important Crane right now. Не так важно. We нам need to figure out who this girl was, так, so we can find того, whoever did this. Сделал. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. Сердце, I'll meet you at the business office. Садимся в администрации. Блять, ну это пизда вообще. Что это за хуйня? Чем вот такое совпадение, да? Она вроде должна прийти была. What, are you blind? Ты что, слепой? Why, you don't see не видишь тут очередь? Я торчу здесь уже полчаса. Да, ты собираешься просто так взять и пройти? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. Я здесь работаю. And what great work you делаешь, do, работу делаешь, шериф? Sheriff. Как-то не очень искренне прозвучало. Ёбок. Сейчас, блядь, точно? А теперь вы говорите мне, что убийца свободно разгуливает по улицам. Вы двое решили лезть за моей спиной. Потому что вы единственная, кто приносит мне такие вести, мисс Снежка. Единственная, кто просто так разнулась. Но это кто-то прямо у нашего порога. Паника, последнее, что мне нужно, пока мэр Коул в отъезде. Вы меня поняли? Да, конечно. Не перебивайте меня, мисс Снежка. Но вы не задали вопрос. You не увиливайте, мисс Снежка. Виновата в этой ситуации. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Как поймать уёбка? Is that how you see things? Вы так это понимаете? Вы шериф, несете ответственность за жителей Фейблдаун, и ваш провал стоит кому-то жизни, странности всего сообщества. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything? Anything at all? Any shred of evidence you two know what the hell you're doing? Because right now I have half a mind to fire the both of you. Bluebeard was mentioned. Don't be absurd. Bluebeard is out of the country. Как я уже говорил, Снеборда за пределами страны, так что даже не думайте винить в таком деле. The guy has a history of beheading young women. I'd say that's something worth checking out. If all you're operating off of this ancient history, we're all in much more trouble than I imagined. By that rationale, your suspicions were wholly unfounded, Wolf. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all the Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Yes, sir. Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Позже. Или еще там. Where is the bottle of wine you were to purchase? Я должна была купить. А, забудьте. Ничего не может делать правильно. Do your job, а вы решили делать свою работу. We'll find someone who can. Или мы найдем вам замену. Промолчим нахуй. Промолчим. You would have just pissed him off. Ты бы только разозлил его еще больше. Right. Ладно. Well, that все могло прийти better. Лучше. Well. Что ж, думаю, не следовало послушать тебя и не могу повременить. Пожалуй, не буду говорить, но я уже говорил. Все прошло бы лучше, имея бы больше информации, могли бы хорошо, чисто там. Крейн не любит, когда курят его. Неважно. What an asshole. Вот ублюдок. Yep. That was about an 8 on the asshole scale. Asshole scale? Шкалеблюдся, как сразу звучит. That doesn't sound right. Прошу прощения. Is he gone? Yes, thankfully. Да, наконец-то. Drinking this early? Такую грань? Where did you get that? It was by Mr. Она была на столе, мистер Кэбблка. Then, don't you think it probably belongs to him? Maybe. Возможно.
How are you today, Mr. Bigby? Как вас дела, мистер Бигби? Fine, Бафкин. Нормально, Бафкин. Спасибо за вопрос. Бафкин. Блядь, летучая, блядь, обезьяна, ебаный рот. The ones with all the fables. Тех, которых распинали все сказания. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Вернусь через пару минут. Вот летающая нахуй обезьяна. Ёба на рот, что творится? There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Бафкин finds them. In the meantime... Стой, 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 стой. А ну-ка. О, ебать, смотри тут чего. Да, прочитаем. Белоснежка. А, да. Помощник заместителя мэра. Белоснежка может казаться холодной, так как в прошлом в родных землях с ней плохо обращались. После нападения и заключения, не говоря уже о покушении, она вышла замуж за прекрасного принца. Но брак продлился недолго. Снежка узнала, что принц изменял ей с ее сестрой Красной Розой и развелась с ним. После схода Снежка сосредоточила все свое внимание на поиске безопасного места для сказаний в этом новом мире. Сейчас она занимает должность помощника заместителя мэра Фейблтауна. Это кто, блядь? Чудовище. А, обеспокоенный муж. Чудовище и его жена красавица оставили все, когда бежали из родных земель. Без своего богатства чудовище вынужден брать дополнительную работу, чтобы сводить концы с концами. Большинство времени он может ходить по Фейблтауну без чар. Но если красавица зла на него, он превращается в монстра. Вырастают рога и большие клыки. Несмотря на возникающие иногда ссоры, эти двое любят друг друга. И у них самые долгие отношения из всех в Фейблтауне. Ну, понятно. Ты кто? Колин. Властелин диванов. Колин больше известен как один из трех поросят. В родных землях его постоянно изводил большой и страшный серый волк. Он постоянно сдувал его дом из соломы. После схода Колин и другие сказания, не похожие на людей, были отправлены жить на ферму в северной части Нью-Йорка. Не в состоянии жить такой скучной жизнью, Колин постоянно забегает в Фейблтаун и досаждает Бигби. Его постоянно ловят и отправляют назад на ферму, но это его не останавливает. Икабод Крейн, заместитель мэра Фейблтауна. Икабод Крейн, происходящий из охотничьего города, сонная лощина, занимает должность заместителя мэра Фейблтауна на протяжении 115 лет. Крейн очень серьезно относится к своей работе, но это не значит, что он хорошо ее делает. Как представитель элиты города, Крейн часто закрывает глаза на проблемы менее знатных граждан. Менее знатных граждан, блядь, граждан, ебать. Ну, ебать, ты сказал, я хуй его знает. Граждан. Крейн властолюбивый, трусливый и вечно что-то скрывает. Понятно, блядь. Ах, Бафкин. Библиотекарь Фейблтауна. Бафкин. Говорящая крылатая обезьяна из страны Оз. Сейчас он занимает должность библиотекаря Фейблтауна и тратит все свое время на чтение и кражу выпивки у заместителя мэра. Он склонен к панике, поэтому, когда что-то идет не так, он винит все во всем себя. Он полезен тогда, когда считает нужным, но большую часть времени он пьет. Когда-то давно его уволили, но он оказался единственным, кто может разобраться во всей этой системе. Блять, хуй его знает. Простаки, не сказания. Сокращение от простак. Это термин, включающий в себя все определения, которым жители Фейблтауна называют обитателей города, не владеющих магией. Охранные заклинания, охранные заклинания окружают Фейблтаун, а также ферму и держат простаков в состоянии рассеянности и вечного уныния. Однако, если что-то привлечет внимание большой группы простаков, охрана и чары не выдержат и рассеются. Одна из основных обязанностей Бигби, как шерифа Фейблтауна, держать население города подальше от любых интересных событий. Понятно. Интересно. Пока смотреть, может, зеркало сможет помочь? Ой, блядь, зеркало, которое... Да ладно, блядь, лампа Аладдина, нахуй. Сюда, ебать. Попытка, не пытка. Yes, that's right. Нихуя, лампа Аладдина, зеркало, блядь, еще вот это, которое... No, блядь, кто красивее всех на свете, блядь? Hey, Magic Mirror. У меня вопрос. I got a question.
You know the rules. Мне нет времени на эту хрень. Не будь так жесток, набери терпение, в твоем обращении хватает уважения. Свет в зеркальце, скажи. Где сказание, доложи. Ну вот видишь, неужели это было так сложно? Да, еще одно слово не подел, я проделал тебе дыру. Нет, не жду ее. Ладно. О ком-то я не ты хочешь узнать? Я не знаю имени пока что. Ну, пока имени не получу, ничем помочь я не могу. Давай, дровосек. Покажи мне дровосека. Где он? Я видел полную картину, но все считается по миру. No shit. Да which ладно, street? Где именно? Sorry, извини, Бигби, я вижу то, что видел ты. Покажи мне Белоснежку. Странная просьба. Она She's в этой же комнате. Room. Ну так, чисто по приколу, брат. Покажи мне Бавкина. Эй! Эй, put down the bottle and get to work. Still looking. Еще. Я понял. Nobody right сейчас now. Никого. Very well. Please хорошо, возвращайся, если захочешь, спросите кого-нибудь или о чем-нибудь еще. Ну ты ебаный рот, блядь. Нахуй ты кидаешься? Well, I'm sure we'll get сейчас it all я уверен, cleared up. Что мы во всем разберемся. Okay. Хорошо, спасибо. Thank you. Ну и хули ты сел, блядь? Все уронил, ебаный, блядь. Нельзя так, ебаный. Так, ладно, let's go дальше. Что тут еще есть? Та карета, ебать. Сундуки всякие. Ой, блядь, меч. А там что? Ладно. Здесь больше ничего такого нет. Белоснежка. Опа, блядь. Подожди-ка нахуй. Сила проявляется в разных формах. Сила проявляется в разных формах. Башня. Десятка мечей. Черт, и что это, блядь, означает? Какая-то хуйня. We'll start with начнем с этого. Any information on любая информация, сказать, нет, из нашего сообщества будет в этих книгах. Красная шапочка, дровосек, лук. Гномы. Глэн Крэйн, напуган до усрачки. Что там? Твой босс. Лучший момент в своей жизни. Не понятно, как он стал руководителем этим местом. Может, сейчас просто другие времена? Я уже видел это раньше. This symbol on the man's clothes—it's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days, and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Если здесь есть такой, то мы его найдем.
What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? Mr. Job. He probably wrote this in himself. This looks familiar. Yes, from the Acts of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone blessed that thing. I only translate. Я только перевожу. What's it say about? А лучше сказано. It says Bricklebit in older Elvish. На старом эльфийском. What's Bricklebit? Что за? A magic word. What's it do? Что он делает? Makes animals shit gold. Шалёного животных золото. Блять, хорош. Так, ну шо здесь? Опа. What's that? Что это значит? It reads, это значит, Mark of the House of Лягушки. The Frog Prince. Не совсем то, что я ищу. Брат, ну понятно, что это не то, что ты ищешь. Давай, ладно, нахуй себе. Опа. Вот оно. This is the one. Вот оно. Where is this symbol from? Куда этот символ? Which family story? Story? That's an odd one. Странный, family name? Фамилия. Аллайрау? Пойду искать. I'll go look it up. Аллайрау. Аллайрау. Means every kind of fur in German. Помех каждого языка. Donkey skin. Ослиная yes. шкура. What does it say? Да, что там сказано? Ослиная шкура также известна как ослина, но неизвестна как вера. Как поэтично. Askin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. Давай без комментариев. The story of сказка об ослиной шкуре. There was once a great king with a beautiful queen. Однажды когда она серьезно взялась, она взяла с мужа решение, что только на самом красивом девушке, во всем королевстве. После долгих поисков стало понятно, что единственная женщина, равная по красоте, королева была его дочь, Вера. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty, so she could escape the kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Faith. 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 And what's her husband's name? Lawrence. Lawrence. Prince Lawrence. Lawrence. We got what we came for. Знаешь, что искали? Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we. Name was Faith. Вера. Yeah. Mm-hmm. We should talk to the husband. Нам следует с ее мужем. You think he did it? Думаешь, он это сделал? Nothing would surprise me at this point. Если это так, то меня это не удивит. Мы не можем его исключить из списка. Ну, по факту, да. Он пока главный наш подозреваемый. Погнали к зеркалу, ёбана. Слышь, бля, ёбана. Бля, вот это что вообще? Что это за хуй? Давай, бля. Да, сначала спросим про карту, бля, да. You know what this means? Что это значит? Таро is a backwards. Картаро это альтернативные рисунки. Я бы не полагался на их достоверность, Бигби. Not when you forget so helpful. Previsions muddy. Предсказание туманно. I'm as clear as a window. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Давай. Show me. Скажи мне. Скажи мне веру. Show me faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? Что? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing. Мне должна всегда так. It's simply the way this has to be. Да ладно.
Она также, помните, говорила, вот в первой серии, кто не смотрел, посмотрите там, я уже говорил, да? Подсказки все есть. Она тоже говорила, уста закрыта. Покажи мне отца веры, старого короля. Он вроде бы принц. Покажи мне принца Лоуренса. Чем это он занимался? Где что? You know where Prince Lawrence lives? Если он принц, он наверняка в Южном Лондоне. Желтое здание, красные ставни, red window shutters, red frames. Красные рамы. Yep, that's the one. Ага, именно так. Я могу ставить нас туда. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on. Пойдем, Франс Принц. Пу-пу-пу. Прости, должна ли здесь? Hello, Woodlands Business Office. Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? What do you want? Черт, слушай, внимательно, я здесь как-то наверху копается в вещах, дровосек, давай сюда, Бигби. До того, как... Погоди, подожди пока. Что сказать, но уже происходит что-то неладное. А что насчет мужа Веры? Не знаю, не могу сказать точно, но он может быть в виде. В любом случае, нам нужно... Будешь готов? Подожди, а ты это, слышь? А ты шаришь про вот эту карту? Ты... Подожди, а где вот эта, блядь, обезьянка, нахуй? Обезьянка, сюда иди. Блядь, где он, нахуй? Да ебать того рот. Да я рот твой. Где он, блядь? Слышь? А, ну понятно, ладно. Ну и похуй, ладно. Ну так хотел узнать, что эта карта Таро знаешь, блядь, ну ладно. Не ты, значит, не ты. Че, еще раз? Давай так, на еще раз. Ну, блядь, ладно. Let's go. Did Toad say who was there? Жаб сказал, что was it the Woodsman? Кто там был? I don't know. It's possible. Не знаю, возможно, кто-то там не был. Не похоже, что Жаб ему рад. Well, ладно, maybe возможно, Prince Lawrence can wait. Подожди. Yeah, he didn't see ты не видел его. Он тоже может нужен помощь. Could use some help too. Well, ладно, where to first? В первую очередь. Bigby, shit. Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the Woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. А то есть мне выбирать? Нихуя. Давай квартиру Лоуренса. Нам надо рассказать ему про жену. Он служит где-то. You're right. And Toad's a tough Toad. He can probably handle himself for a few hours. We'll have to. I don't want to stay here any longer than не we have to, so let's just ну, pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Расскажи, как мы будем действовать? Блядь. Let's just keep our focus on questioning Lawrence. Where she was, who she was with, не успел, that sort of thing. Блядь. Да хули ты душ-то, блядь, ёбаный нахуй. Давай, let's go. Lawrence, you in there? Hey, open up.
It's Bigby. I need to talk to you. Его нету. Интересно. Его нету, представляешь? Да, посмотрим в зеркало. В зеркало, блять. Окно ёбано. Эй! 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 Alright. Ладно, попробуем. Да, у нас нет других вариантов. Come on, help me up. Давай, помоги мне. Статуха на ноге, на ёбаный сыр. Ой, бля. Two fables dead. We need to figure out what the hell is going on here. Who would do this to them? I don't know, Snow. Here, show me this. Я показывал мне его. Sharp. Он острый, и на лезвие есть кровь. I just don't understand. Просто не понять, зачем кому-то его убивать? Тому, что ёбано. Завистники, ебать. Strange. Странно, здесь кровосляд, как будто кто-то лежал здесь, а потом его передвинули. Все еще липко. Son of твою ж. Она слегка припила. Прилипла к кровати. Моя дорогая Вера, я никого не хотел причинить тебе вред, не могу жить, зная, что причинила. Так будет лучше, если встретимся с любовью твоей преданной. Лоуренс. Лоуренс. Должна запомнить его лицо. У нас не так много осталось. Я должна запомнить его лицо. Oh my god, Bigby, he's alive! Чего, блядь? What? Что? What are you doing here? Let's get you back up. Давай, посадим тебя. Oh. А, что вы здесь what делаете? What are you doing here? What's going on? Что происходит? We found you here, нашите in your chair, кресла, with what we thought was a fatal ран, injury. Нужно позвонить доктору. Сильно сердце, we should call Swinehart, have him take a look at you. Wait a second on that, Snow. Торопись с этим, Снежка. You know ты why? Знаешь, что я такой? Yes. Good. Хорошо, у меня есть несколько вопросов. Why? What? What's this about? What happened? Что случилось? I don't know. Yeah. I. Shit. I shot myself. Я выстрелил себя. Думаю, что это убьет меня. I thought I'd be dead by now. Hurts like fucking hell. Your heart's actually a little more to the center. Probably had a lung. Great. At least that's how I think it happened. Would I tell her to keep her away? But she still worries about me. Она продолжала волноваться обо мне. Она приходила убедиться, что со мной все в порядке. She comes by, make sure I'm okay. I'm a fucking burden. I'm useless. I don't want her to have to worry about me anymore. She's better off without me. Without me being here to drag her down. She deserves that. She's been through a lot. I just wish I could have done better by her. I'm
Sorry to inform you that your wife has been killed. No. No. No, no, no. I knew this would happen. I'm sorry. I am. But I'm gonna need you to help me find whoever did this. So you need to try and remember anything that could possibly help us. Fucking Georgie! Lawrence. Да постучи себе в ебал, нахуй. Хуль ты стучишься? You? Ты? Are you expecting ты ждешь кого-нибудь? See who it is. No, я посмотрю. Нет, подожди. We need to know why whoever's out there is breaking in. I need your help. What do I do? Just play dead. What? Trust me. You can't move in your condition anyway, so just stay still. The second we figure out what they're here for, Bigby will arrest them. Think about your wife. Ой, бля. Прошу прощения. I don't know who that is. Hey! Stay here. No. Нах, ты кричал, конечно, мужик, ну ладно. Бежим, ебану за ним. Hey, stop! Остановись. Leave me alone! Блять. Не успел. Сосёшь ты, ёбок. Давай, ёбан. Опа, нахуй. Беги, беги, беги за ним. Вот сюда он зашел. На, ебать. Что, добегался, ебать? Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me run after you. Почему? Why? Ты бежал. Did you run? What? Что? Why did you run? Почему ты бежал? Fuck, man. Блядь, ты подумаешь, because ты you chased after ты me. The fuck was I supposed to do? Ты чё, дурак, ёбану? Ты мудак? Погнался, блядь, ты чё? Ты чё, дровосека, верно? Right? My employer is looking to ask him a few questions, too. Пару вопросов. What were you doing back there? Что ты делал, Корсилон? Checking out the guy who was married to the girl. Той девки, хорошо, мы с ним начала сядать на поиск каких-нибудь. Tracking down leads. What kind of кихолик? Oh, I can't tell этого you я тебе сказать не могу, это тайна, извини, я уверен, sorry. Ты понимаешь. Sure you understand. Nope. Нет, не могу сказать, что понимаю. Давай, ты пойдешь со мной. This could have been easy. Don't worry. Все просто. It still is. Come on. Dumb. True. Dumb? True. Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you. Гораздо проще. I'm D. True. He's dumb. А на тра. You almost looked peaceful.
Except you're lying in a dirty alley. Yeah. Подожди, это случай мне гномики нахуй. Вот, девочка. Вера, девочка в остальной шкуре. Вера также известна как девочка в остальной шкуре. Одна из тех, кто попал в город безо всего. Только лишь тем, что было на ней, смогла подняться. Она была прекрасной принцессой, счастливо живя в браке с принцем Лоуренсом из соседнего королевства. Ее история должна была закончиться словами «И жили они долго и счастливо». Но город простаков Нью-Йорк не подходил ни нее, и ее брака. А теперь Вера увиливает от платы за жилье и не может себе позволить жить даже на окраине Фейблтауна. У нее была тяжелая жизнь, но она делает все, чтобы выжить в этом незаконном мире. Принц Лоуренс, муж Веры. Сбежав с родных земель, принц Лоуренс и его жена Вера мгновенно стали жертвами жестокой реальности мира простаков. Они приехали в Нью-Йорк в надежде, что найдут помощь в общине сказаний, но у них не хватило денег на жилье в Фейблтауне, им пришлось поселиться по соседству. К несчастью, они не попали в поле зрения, не смогли найти помощи у правителя города. Их взгляды разошлись, и Вера бросила Лоуренса. Считая, что она сможет добиться большего сейчас, без поддержки жены, Лоуренс перестал себя мотивировать и быстро погружается в отчаяние. Ну, бля, кто вы нахуй? Тра-ля-ля и тру-ля-ля, блядь. Наемный громила. Тра-ля-ля и тру-ля-ля, ебать. Что, блядь? Ой, блядь. Тра-ля-ля и тру-ля-ля. Наемные убийцы, будучи сказаниями, они извлекали всю выгоду. Когда становились людьми, это позволяло им выполнять контракты в мире простаков, не привлекая внимания. Они также неразлучны, как и безжалостны. Охуеть, что, блядь? Ки, блядь, тролляд, руляля, вишь, ебало? Ладно, let's go. Что ты, рано? Куда они ушли? Ну, после того, как один из них ударил тебя, а второй закончил пинать, дать боль в груди. Then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Вставай. А что у тебя красное? We should check in on Toad. See if there's anything there that can get us back on the trail. Нести нам. Нас на след. О, бля. Да. Давайте вот на этом закончим с вами, ребят. Серийка получилась довольно-таки длинная, надеюсь. Ну, довольно-таки длинная должна была получиться. Минут 40, наверное, где-то так. Вот. В принципе, все. Такая вот серийка получилась. Блин, в следующей серии будем разбираться, что за фигня творится вообще. Спасибо за просмотр, ребят. Если вам понравилось, ссылка в описании. Все ссылочки в описании. Вот. Телеграм-канал на ваших экранах или в описании также есть. Там всякие инсайдики есть, да. Абсолютно реально. Там реально инсайдики есть. Прям нормальные такие. Ссылочки еще есть на кое-что, да, на вот, как говорится, ВК-карточку и на тики-токи вот эти ваши, да. Вот, почему бы нет. Плюс там иногда что-то такое из жизни пишу, показываю, рассказываю. Так что, если интересно, подписывайся, я буду рад только. Вот, в принципе, все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Это продвижение канала, к тому же. Вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.